Робоконусный зомби, Ангу. Работа не зомби, враг из игры Plants vs. Zombies 2, It's About Time, который впервые появился в пиньята-вечеринке. Общее. Его прочность равна 125 горошинам, деградации проявляются на 18, 36, 54, 72, 90, 108 повреждениях. Этот робот предназначен для поедания растений и грибов, и он справляется со своей работой довольно-таки быстро. Представляет собой огромный конус с 6 лапами и 2 манипуляторами, которыми они отправляют растения и грибы в железный рот. Сбоку прикреплена антенна, по бокам – различные кнопки, а вершину конуса украшает желтая лампа, похожая на сирену. Советы. Его лучше останавливать E.M. персиком, салатом айсбергом и маслом зернопульты. Также против него можно использовать картофельную мину. Еще против него подходит комбинация из цитрона и лазерного боба. Если у вас достаточно солнц, то можно уничтожить увеличительной травой, для уничтожения потребуется 250 солнц. Дискатрон 3000, Англ. Дищотрон 3000, робот из игр Plants vs. Zombies 2, It's About Time и Plants vs. Zombies Online 2. Общее. Представляет собой робота, кабина которого напоминает голову зомби-танцора, а конечности, с помощью которых он передвигается, ботинки зомби-танцора, внутри которых также есть рыбка, которым управляют 2 чертенка. Обладает высокой прочностью и имеет возможность каждые 15 секунд призывать 4 диска зомби с реактивными ранцами, что дает ему схожесть по способности с зомби-танцором. Имеет прочность в 100 горошин, деградации проявляются на 16, 30, 43, 73 и на 87 повреждениях. Советы. Сам робот не представляет особой угрозы, так как движется довольно медленно и часто останавливается. Диска зомби с реактивным ранцами передвигаются значительно быстрее, но от них легко избавиться с помощью сдувателя. Однако, в террор из завтра Дискатрон 3000 может появиться, когда сдувателя еще нет. В таком случае есть несколько способов уничтожить его без проблем. Почаще останавливать его E.M. персиком и салатом айсбергом. Использовать раздвоенный горох, когда диска зомби с реактивным ранцем перелетит через него, то станет получать по 2 горошины в спину. Когда робот появляется, садим перед ним орех. Пока он ест, он не призывает диска зомби с реактивным ранцем, и в это время он уязвим. Применить против него покормленный солнечный боб. Халапенье очень сильно поможет с ним, также сожжет и других зомби на линии. Диска зомби с реактивным ранцем, Англ. Диска джетпэк зомби, зомби из игры Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Общее. Диска зомби с реактивным ранцем – это тот же самый зомби с реактивным ранцем. Когда на лужайке появляется Дискатрон 3000, то он начинает призывать своим дисколокатором 4 диска зомби с реактивными ранцами, которые появляются с неба и располагаются по кругу от него. Их можно легко убрать сдувателем. Они по функции точь-в-точь как подтанцовщики, а выглядят как зомби-танцор. Если же вовремя уничтожить Дискатрон 3000, то они вообще могут не появиться. Мехафутбольный зомби, Англ. Мечефутбол зомби, враг из игры Plants vs. Zombies 2, It's About Time, который впервые появился в пиньята-вечеринке. Общее. Прочность, 100 горошин,
деградации проявляются на 16-м, 30-м, 43-м, 56-м, 73-м и 87-м повреждениях. Кабина аппарата очень сильно похожа на футбольный шлем, имеет также по бокам изображение белого черепа, а посередине – скрещенные кости. Агрегат имеет выдвижную металлическую платформу с тремя шипами, на которой видны кусочки земли, как на вышеупомянутом шлеме. При атаке платформа выдвигается и отталкивает растение или гриб, или целую линию, это зависит от их расстановки, присутствуют ли между ними пустые клетки или нет, на одну клетку от себя. Если растения или грибы стоят на первых клетках, то агрегат выталкивает их вовсе с лужайки. При расстановке стандартной обороны сначала страдают дающие солнце растения и грибы, а потом сильные и дорогие, зимний арбуз, кокосовая пушка, которые до этого прикрывались дешевыми и расходными растениями и грибами от поедания. Советы. Без салата айсберга и е.м. Персика не обойтись, а также можно посадить перед ним ненужное дешевое растение или гриб и в последний момент выкопать. Тогда платформа ничего не сделает ряду, хотя и не остановится. Зато прочность у него меньше, чем у робоконусного зомби, и он сразу же уничтожается покормленным лазерным бобом или цитроном, а за ним и другие зомби, идущие за и перед агрегатом, но в случае с цитроном, только перед аппаратом. Gargantua Premier, Англ. Gargantua Prime, робот из игр Plants vs. Zombies 2, It's About Time и Plants vs. Zombies Online 2. Общее. Его прочность – 180 горошин. После 91-го повреждения, он стреляет из пушки, расположенной на его спине, бакботом. Внешне он похож на Gargantua, но имеет пушку на спине и управляется чертенком. Вместо рук две огромных кувалды в виде столбов. Он бьет сначала одной, а потом другой, и может сразу уничтожить даже покормленный стенорех. Как и обычные Gargantua, этот экземпляр умеет давить растения на своем пути, а также имеет большую прочность. Кроме того, он может стрелять лазером из глаз, уничтожая растения. Советы. Используйте цитрон, он уничтожит робота довольно быстро, особенно, если его покормить. Если покормить колючку, можно оттянуть его подальше от растений. Его лучше всего заморозить или парализовать, пока он не наделал бед. Он часто мажет, стреляя лазером. Его можно легко и просто убить двумя лазерными бобами. Так как он робот, его можно парализовать е.м. персиком. Zombot Zavtratron, англ. Zombot Tomorrowtron, босс из игры Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Общее. Он появляется весьма интересным способом, на поле валяется его нижняя часть, а потом прилетает верхняя. Во время боя он вызывает шлемы ботов, обычных зомби, зомби со щитом, Gargantua премьеров зомби с реактивным ранцем. Растения подаются конвейерной лентой, это лазерный боб, сдуватель, цитрон и бесконечный орех, а также красные и зеленые силовые клетки, которые новый зомбот тоже может уничтожать печально известными ракетами. Советы. Когда на экране появляются силовые клетки, он пытается сразу от них избавиться. Не стоит тратить сдуватели сразу, они пригодятся, когда его прочность будет составлять 1/3 шкалы, тогда зомбот станет призывать толпы зомби с реактивным ранцами. Как и другие боссы, его шкала здоровья разделена на 3 части. В зависимости от количества повреждений,
он призывает более сильных зомби и использует больше зарядов и ракет. Сохраняйте еду для растений для самых чрезвычайных случаев и крайних случаев.